Другим темам. Баяна Лагузова стала мамой в четвертый раз. Фото с новорожденной дочерью она выложила в соцсети, сопроводив надписью «Мы ждали тебя 8 лет и еще на 15 дней дольше, чем Алису». У нас родилась дочь, а Лагузова Алма Турсунгалиевна. Эта новость очень удивила казахстанцев, ведь всего пару недель назад Баяна Лагузова сообщила о рождении третьей дочери. Подборку интересных вирусных видео сегодня собрала Амина Манаева. Мария Эдуарда, Негу, Негу, Алту. Эти коровы стали звездами соцсетей. Видео, на котором мужчина проводит перекличку своего стада, в очередной раз подтверждает, что коровы очень умные животные. Они спокойно ждут, когда проверят, все ли на месте, и только после этого идут на пастбище. Джулия с Диего где-то загуляли. И стоят же, слушают. Прям бразильский сериал. Мария Эдуардо Фернандо. И дом строит, и трюки не хуже Джеки Чана выполняет. Мужчина из Кыргызстана впечатлил пользователей соцсетей, показав, как он делает основу для пола. Люди пишут, что такой талантливый мужчина может реализовать себя во многих сферах, даже сниматься в кино. Работа на сегодня сухая стяжка. Брат, оставь стройку, готовься к Олимпиаде. Когда пересмотрел все фильмы с Джеки Чаном? Я-то думаю, почему стройка не заканчивается? Доброта и милота этого видео просто зашкаливают. Бабочка залетела в дом и устроилась на носу женщины. Для нее это стало большой неожиданностью, однако она не стала отгонять необычную гостью. Бабочка прилетела к хорошему человеку, села на нос и все не улетает. Я сначала подумала, что бабочка компьютерная. Видно, что бабушка очень добрая. Пусть будет больше таких бабушек. Бабочка подумала, что это цветочек. Приятная бабушка.